чувак. Видосы просто пушка. Продолжай в том же духе. Тони Шелк задонатил 2000 вне стрима. Спасибо большое за донат. Спасибо большое. Погодите, сейчас я вас почищу. Ой, я хапанула. Ой, я сильно хапанула. Так, начнем с завода, наверное, да, пожалуй? Там дальше посмотрим, как чё, куда квестики. Ну а чё будет, если я сделаю вот так вот? Хапай, хапай. Ты слишком много. Ладно, я больше так не буду делать. О, казачок побежал уже с новичком воевать. Голова, глаза. Он тебе дверь открыть хотел, а ты ему в лицо выстрелил. Нафиг так делать. Вау, you still AFK here? Holy shit. А он еще и в подземке. А нет, не в подземке, это звук сломанный. Тебя какой первый самый рейд в Таркове был? У меня, например, за дикого голова глаза дикого, который чисто смотрел. Я не помню, это было 100 лет назад. Я помню, что я первое, что делал в Таркове, это сел, сразу расставил точки над «и». То есть сам себе сказал, я буду умирать много, будет тяжело. Первое, что я начал делать, это просто тупо играть карты, чтобы выучить выходы. И у меня не было цель выжить, налутаться, всех победить. Я тупо ходил голый и учил карты. Надо подкачаться. Давай, забористого! Федя, шпингалеты лопнули. Он, по-моему, откинулся. Да. Фары врубай, вафел. О боже! Там звезда была заряжена. О, я видел его. Лобот. The name, the miss, the legend. Doctor, doctor, doctor. This. Respect, respect, respect. Голова челюсти. Блин, он просто 300 урона в ноги впитал и не умер. Как такое возможно? Ладно. Да ладно, я его не видел даже. Ну как там с деньгами? Нихуя себе, блядь! Ёбаный рот! Это вот казино! Да дайте звук! Нихуя себе, блядь! Кстати, ты уволен! Welcome to the club, buddy! 15 подписок! Обалдеть! Спасибо, Чешир, огромное! Держи! Ты слишком много дрочил! Найс тайминг. Хера себе МП7 Railgun. Вообще даже от первой пули отдачи нету. Блин, его тут очень трудно пикать. Бля, у меня музыка врубилась. 8 человек на заводе сейчас было. Я убил 5. Вот это серьезный тип с МП7 был. Но поскольку не ТТВ, я его переиграл. Да ну нафиг, кройся! Че УСУ на меня светило? Он сквозь стену на меня ЛЦУ светил. Я думал, там еще кто-то сбоку зашел и запушил. Он чинит? Вообще похую. Не, ну как бы винить его за это нельзя, окей? Обвинять его за то, что он себя защитил, нельзя. Но, блин, чел. Да я хотел просто над ним встать, типа, может поболтать с ним. Сказать, йо, what's up, бич? Мне люто повезло, как он меня не убил. Куда летишь, молодой? Расслабься. Что? Ни хрена. Нормально. Просто весь шлем в дырках.
Шлем. Кому что там послышалось, я сказал шлем. Меня андатор покусал. Да, попробуй меня трахнуть, я... Попробовал. На ручку марш. Спасибо. Сорок восьмой? А чё ты ко мне бежишь? Спать? Не, вот этот дробовичок на заводе вообще прям топ тема. Топ 55 на флешетах в этом вайпе. Сайга, конечно, безоговорочный топ, но сайгу собирать надо. Кто ты, воин? Держи, ты слишком много дрочил. Что по времени? Час настал, час пробил. Ой, что сейчас будет, девочки? Сейчас будет жесткий секс, ну с моей жопой разве что. Ебать. Это что, блядь, гуны? Что за нахуй? В кого я стреляю? Что это? Чего, блять? Вы кто? Ну они хоть слепые, я боюсь пикать, пиздец. Сейчас что-то страшно стало резко. Так, 100 метров поставлю. Бля, им фул похуй. Так, один есть. Блять! Это он умер? Да. А где последний? Как понять, где последний? И не умереть? Подожди. Раз. Два. И тот три, походу. Да! Сосать раки. Бля, у меня квеста не было на них, пиздец. Домой, просто вперед ногами. Ну, с первой же, шиш. Ты меня уважаешь? Бля, я сразу зауважал всех, моментально. Бля, кто ж тогда этого убил? Станаги, юпи. Так. Ой, блять, ошибка какая-то вылетела. Сейчас еще игра как вылетит. Биг Пай вообще лох. Безгранника был. Хотя, может, от этого я и выжил, то, что он был безгранника. Бля, а маску надо забирать? А хотя, если квест буду делать, я заново их должен буду убить, да? Бля, старая не работает. Работает, 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 работает! Damn, boy! А, не, я их всех убил. Бля, а как я? А, он вытек, он умер просто от кровотечения. Так, справа еще один должен быть. Но он что-то не идет. О! Решил подтянуться. Долго ты его искать будешь? Ага, нашел. Да, жмур он уже. Так больше не делай, ладно? Сзади. Сейчас ночное время появится. Еще один мега быстрый завод, надо слетать. Блять, бот убил кого-то. Нет, Тимми. 41 левел. Софтеры на завод не ходят очень редко. А что им на заводе ловить софтером? Четыре трупа, а одного только убил именно я. Так, теперь можно опять вернуться к тест-драйву. Держи, ты слишком много дрочил.
Он что, прикалывается? Я сейчас... Как эта игра называется? Сколько она стоит? Тяжело. А сколько игра стоит, парни? Ой, кажись, вчера все-таки перебрали. Ну, типа, может быть, эта игра бесплатная? Я тогда пойму. Ну, если игра бесплатная, я пойму, парни. Ну, там сейчас в кустах будет шиться, походу, полгода. Вон он. Тут нет 60 метров. А нет, тут было 60 метров. Ой. Блин, квесты в Таркове — это боль и для того, кто его выполняет, и для того, кто становится жертвой этого квеста. Тут как бы и я мразь, но как бы и игра мразь. Я его раскидаю, но я не буду его фул лутать. Она ниже летит. Чё, может скелет занять? Там трафик ЧВК получше. Давай, родной, хапани уже! Хорошо. Вот настройки. Везде боты есть. Везде есть боты. ЧВК просто ноль. Неллик чисто пожилой. Короче, на ночной, походу, борода. Проще на дневное сделать. А не бот ли это часом? Бля, как же мне эта елка мешает? Есть пробитие. Прямо на меня бот смотрит. Шестьдесят метров, дружище. Куда он делся? А он в упоре у меня. Кайф! Ёбаный рот этого казино! Можно походить, в принципе, решало поискать. ЧВК мне надо два в офисах. Что вы можете сказать по поводу этого рейда? Нагаи, нагаи. Блин, что-то с аугом хочется сыграть. Лучше пузо от пива, чем горб от работы. Тусаглы. Еще на ютубе нет стрима. Мне неудобно на две платформы стримить. Я очень редко подрубаю и на ютуб тоже. Чисто мои рейды на таможню. Я не в общаге, все в общагах. Я в общагах, никого в общаге нету. Да ну не видно его просто в упор. Вот это не завод, вот как в это играть? Я вообще не понимаю, где он. И меня убивает какой-то там в миллионах листьев какой-то темный листочек. Просто ходил, бродил 20 минут, чтобы сдохнуть. Ладно, пойдем попробуем раздобыть себе новый, так сказать, сет в новый рейд. Он забыл, как стрелять или чё? Блин, боты иногда начали имитировать звук прыжка. Я вот сейчас прыжок услышал, думал, это чел меня пушит. Странно, кстати, чё, зенит не снимается? Все приклады снимаются, зенит нет. Здравствуйте, Светлана. Меня зовут Оля. Неважно. Спасибо. Всего хорошего.